Фотографы, вас тоже касается неразрешения заходить за веревку. Уйдите, пожалуйста, отсюда, или мы остановим бои. Вы уйдите, пожалуйста, на запасное расстояние, друзья. И участникам, и зрителям. Я вам говорю, уважаемые фотографы, за веревку! За веревку! Друзья, у вас начинается второй стоп! Конечно же, когда у Вайсенса поединки были очень скоротечные, потому что и раньше, в прошлом, конечно же, точно так же тяжело было долгое время, тем более на жаре. Представьте, во время крестовых походов орудовать с полновесным оружием, доспехи. Но, конечно же, немыслимая закалка бойцов. Их очень серьезный уровень. От 3 до 5 разовые тренировки. И мы видим то, что у нас осталось всего два представителя, три представителя клуба «Бер». Буквально последние пары бойцов вот провели еще два броска. Два в два. Но мы видим то, что 3-2. И 2-1 у нас остается. Представитель стоял последний на ногах из отряда клуба «Бедной дружины». Самый, наверное, взрослейший представитель Санкт-Петербурга, руководитель ПЛК. Уже не идут ровными строями, не пытаются особо удерживать фланги. Хотя нет, конечно же, при центр тут же понес потери с той, с другой стороны. Фланги, как всегда, пытаются загнуться. Самый распространенный это фланговый отход. Что сейчас и происходит? Боец Курицын вместе с чемпионом мира Виталия играют в кегли, кидая их со спины. В это время фланг держит ПЛК татарский отряд. И вот практически только Берские котки остались на ногах. Иди, воюй! Победа! Победа отряда Берн! Отряд Берн со товарищами! Аплодисменты! Уважаемые зрители, разрешите бойцам покинуть ресталище. Под ваши бурные аплодисменты они отправляются в лагерь. Была такая возможность, слушайте, но пока что только в лагерь. Серег, я воевался! И у нас начинается полную силу. Мире опять две противоборствующие стороны, зачинщики-ответчики. Часто, конечно же, в турнирах они олицетворяли благодетели. То есть в данном случае это было бы пять благодетелей и пять смертных грехов. А и у нас блокатор оказался на земле. Так, и мы Джостер, Джостер не даем коням вернуться, даем коням вернуться в ресталище. Блэк Хантер, пожалуйста, уважаемые коневоды, помогите забрать коня Блэк Хантера, чтобы он не наводил смуту в рядах рыцарей. Поднимаем, поднимаем ресталище, бой продолжается. Итак, на одного меньше партии зачинщиков. Крутится, крутится вокруг мессир Морган, пытаясь найти, кого же ударить в этом круговерте сложности боя. Самая главная задача, которую нужно выполнить, это понять, кого же стукнуть. Помогите поднять меч Матаморосу, у него опять нет оружия в руках. И шлем свой. Димас, на выход с ресталища. Потеря шлема приравнивается проигрышу.
Дом Дениса Ватаморос оказывается на земле. Ван Диваш, пожалуйста, покиньте ресталище. Сражение продолжает. Кэмп и Дабаку. Николя Дешейро. Иварсон. Сражается сейчас как раз с Жаном Поликарпом, которому вручается оружие, помогает ему в этом оруженосец. Вдвоем пытаются напасть на Гера и Иварсона. Бойцы ответчиков. Полминуты остается меч. И Сир Морган с такой силой хотел ударить по Николя де Дюширону, что выронил оружие. В очередной раз ему его подают. А подать мало, нужно еще догнать своего оппонента, чтобы подать оружие. 5 секунд, 4, 3, 2, 1, стоп! Время вышло! Ровно зрелые, друзья, вашего рыцаря! Забываю, по струне не попадаю. Трудно, надо полагать, пьяным музыку играть. Надо выпить кружку пива, а потом начать опять.
однажды языческий бог, забравший крупников каких-то веселых людей, учил творить вино, дитя виноградной лозы. Из самых сладких грез родилось впервые тогда, чтобы продолжить свой род. Это великий мудрец, что истину искал, однажды прибывел вина и радостно вскричал себя. Истина в беле! Давайте же выпьем, друзья! Сегодня мы все мудрецы, напиток людей и богов, кипящий журчами весны. Давайте же громче споем, чтобы услышали все наши яблока. А истина в беле! То ли песня звонкого ручья, то ли шум ночного ковыля, душно в доме. Цветок увидела в горах, его хочу, любимый мой, хочу его любой ценой. Так уж от века повелось, мы платим жизнью за любовь. Она желает, платит он, ее желание закон. Мутят черти, капли крови, как цветы. Холодный камень, тонкий лед, ее желание закон. Мутят черти, тихий омут, не добраться до воды. Рассыпаются по снегу капли крови, как цветы. Шаг и страх в глазах, лишь эхо мечется в горах. Летит герой с отвесных скал, кто полюбил, считай, пропал. Так уж от века повелось, мы платим жизнью за любовь. Она желает, платит он, ее желание закон. Мутят черти, тихий омут, не добраться до воды. Рассыпаются по снегу капли крови, как цветы. И под руной
сверкающий на солнце титановой броней, шагает рыцарь улиц на свой последний бой. Искусственное сердце пронзает боль утра, плену воспоминаний бездушный автомат. Как жадчина съедает машину смерти грусть, и тяжело вздымает свою стальную грудь. Мы пашем путем воин и не живой солдат, последний пусть не долго не слушает команд.
Рыженьки сентры Босвопенка. Мой друг меня согнула, смерть мне в очи заглянула, плащ изодран, голод больный. Laudemus, colaudemus Christum Regem, reinatus in Bethlehem. Colaudemus, Christum Regem, reinatus in Bethlehem. Крем ладацо, эквелуна, Универсо креатура. Крем ладацо, эквелуна, Универсо креатура. Aquem rege, sambulaba. Colaudemus, colaudemus Christum Regem.
Алексу вечером. You shed in a leg, Sherry, Sherry. You shed in an arm, you shed in a leg, Sherry. Темный мрачный коридор, я на цыпочках как вор, пробираюсь чуть дыша, чтобы не спугнул. Те, кто спит уже давно, те, кому не все равно, в чью я комнату тайком желаю заглянуть. Как бессонница в час ночной меняет нелюдимая. Чуть не вольница, ты день, зачем тебе охотиться на людей? Мьёльнир на моей груди, на него ты погляди, что в тебе способен он резко изменить. Много книжек я читал, много фокусов видал. Свою тайну от меня не пытайся скрыть. Я это видел, как бессонница, час ночной меняет нелюдимая. Облик твой, чьих не вольница, ты не день, зачем тебе охотиться на людей? Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла, то, что новый твой приятель не такой, как все.